Очень экологичненько, как вы видите. Это станция мост водоканала, если я не ошибаюсь. 8-й километр МКАД. И вот, как вы видите, один из резервуаров заполнен частично строительным мусором. Асфальт, бетон. Когда я записывал это видео, я немножко ошибся по классификации принадлежности данной территории. Она относится, конечно, не к Мосводоканалу, а к ГУП Мосводосток. И, конечно, хотелось бы узнать, с какой целью в резервуары Мосводостока был свален строительный мусор.